Вручение дипломов продолжается. 8 июля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» новоспеченных медиков с окончанием учебного года поздравил и вручил долгожданные дипломы директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Андрей Киясов. Честно и с полным таким основанием могу приветствовать 150 новых врачей и фармацевтов. Директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ отметил, что в свое время для себя ребята выбрали одну из самых гуманных и в то же время одну из самых востребованных профессий и пожелал преданности избранному делу, терпения и милосердия. Следующими свои путевки во взрослую жизнь получили студенты Инженерного института Казанского университета. Жизнь, она студенческая, особенная. Ее вы никогда не забудете, это однозначно. Поэтому поздравляю вас, желаю, чтобы все ваши надежды, все, что вы задумали, все сбывалось. То есть, как всегда я говорю, здоровье, счастье и успех. Поздравляю. Казанский федеральный университет выпустил во взрослую жизнь уже сотни тысяч студентов со всего мира. Ежегодно бывшие абитуриенты становятся дипломированными специалистами и вступают в дальнейшую деятельность с гордо поднятой головой. Елизавета Никитина, Никита Акиньшин, Универньюз.